Расскажите малышу о морских обитателях. Например, о раке-отшельнике, который нашел себе убежище в такой ракушке. Если ракушка подходит ему по размеру, она может стать для него постоянным домиком на время, пока он не подрастет. Этот рак-отшельник, как и улитка, будет носить свою ракушку на себе. Не забудьте побывать с малышом в дельфинарии или океанариуме, где вы сможете показать ему многообразный мир морских обитателей. Yeah.